Что самое главное, нужно смотреть в зеркало на себя, когда ты голая или в нижнем белье, и понимать свои нюансы, и их корректировать. Например, многие думают, что я само совершенство, что у меня все замечательно и великолепно. На самом деле, я высокая, у меня 1,85 м. Я стараюсь всегда держаться в форме, потому что мне это необходимо. Я должна подчеркивать силуэт. Например, если надену платье оверсайз, такое большое, безразмерное, я в нем буду некрасиво выглядеть, потому что не будет видно моих форм, я буду шкафом, с вот квадратом большим. Поэтому я всегда должна подчеркивать мой силуэт. Еще один секрет, мой секрет. Мне больше идет V-образный вырез, потому что у меня большая грудь, и пропорции сразу же соблюдаются. Я всегда обращаю внимание на длинные ноги. Они должны быть длинными, потому что если я их укорочу визуально, это будет некрасиво. Мое тело будет сразу же длинным, и маленькие ножки. Особенно, когда у тебя хороший рост, высокий рост, нельзя этого допускать. Ну и если, например, у девушки большие ноги, такие толстоватые ноги, нельзя ни в коем случае надевать леггинсы или зауженные брюки. Лучше выбирать брюки прямого кроя, это будет смотреться намного изящнее, интереснее и красивее.